Друзья, получила сегодня свою большую посылку из магазина «Больше подарков» и предлагаю нам с вами сейчас ее распаковать. Посылка огромная, я еле ее притащила. Я уже вижу красоту. Вы тоже это видите, да? Первое, что бросается в глаза, это подарок. Кстати, подарок от магазина будет для каждого покупателя по коду, который я скажу в видео распаковки на YouTube. Так что смотрите, не пропустите. Ну а теперь по порядочку посмотрим. Резиночки набрала разные, яркие, сочные, летние. 3 сантиметра, 4 сантиметра. Все буду использовать в работе. Какой красивый кожзам. Давайте откроем, посмотрим поближе. Мне кажется, я красивее не видала. Очень красивый. Нежный. Беленький с розовым. Супер. Я очень довольна. Так, а это у нас еще кожзам. Розовый с зеленым отливом. Тоже очень красивый. Серебристый, с крупными блестками. Голографик, насколько я помню. Да, серебро голографик. Также кожзам сотый, светлое серебро, переливается, блестит. Думаю, весь уйдет в работу. В таких пакетиках по 5 листов формата А4. Блестящие обручи. Это хит этого сезона. Потом посмотрим, что с ними мы сделаем. Я думаю, что-нибудь очень красивое придумаем. Дальше идет много-много резиночек. Резиночки премиум класса, поэтому брала много, чтобы надолго хватило. А это все резиночки. Также важно, чтобы всегда были в наличии заколочки. Брала и 3-сантиметровые заколочки, двухусики, и 5-сантиметровые. Это вот этот большой пакет. Нет, там не только заколочки, кстати. О, красоту я там нашла. Давайте посмотрим, что я тут нашла. Я это знаю, потому что я это заказывала. Бабочки. Ой, какие красивые бабочки. Только посмотрите, какие они миленькие. Очень яркие цвета. Подробнее рассмотрим уже позже. И серединки. Ювелирные с подвесками. Вот такие красивые. Красные, серебристые. Так, дальше у нас тут идет упаковочная бумага тишью с блестками. Наполнитель бумажный и коробочки. Ой, я их доставать не буду. Их там, по-моему, 20 штук. Большие, 20 на 20 сантиметров. Так, ну и самое мое любимое — это ленты. О, посмотрите, как их упаковали каждую в отдельный пакетик. Сейчас я распакую и все вам покажу.
Простые репсовые ленты 4 сантиметра голубого цвета, розового, мятного. Ленты 4 сантиметра с люрексом. Это школьные цвета, а это более летние, такие яркие. Репсовые ленты с люрексом 2,5 сантиметра шириной. Яркие неоновые цвета на лето. Кстати, никогда не покупала оранжевый цвет лент, но если учесть, сколько резиночек оранжевых из наборов у меня лежит без дела, думаю, вот эту ленту я точно использую. Так, ко мне тут помощница пришла. Взяла нарядные ленточки белые, розовые с пайетками. 4 сантиметра и 2,5. Также к школе взяла вот такие ленточки. Ассортимент в магазине постоянно пополняется. И думаю, к школе я еще буду закупаться.